Привет, мои хорошие. Что не день, то новая новостя. Я сегодня, короче, до этого я ведь как хотел, ну как хотел, мы в общем хотели уехать жить в Германию. Как бы мы сейчас это продолжаем эту нашу теорию поддерживать, да? Но сегодня, короче, Егор, ты что, не видишь? Чего? Прошел мимо и не увидел, что они что на ковре входном. Ну ничего, на входном. Раньше тоже было то, что дети везде лазили, все трогали. В рот руки сували и еще здоровее будут, что знаешь как, ну типа с пола что подбираешь, что в рот суешь, и ничего страшного от этого не бывает, наоборот иммунитет закаляется лучше. Короче, мои хорошие, я короче решил, все, мне такая пришла в голову идеечка, не, на самом деле идея очень хорошая. Короче, Максимыч, ну точнее, это тебя не Максимыч тебя зовут, ну ладно, не все важно. Это мы знаем, кто, как, по кому я обращаюсь. Я, короче, решил тоже, все, мы уезжаем жить в США. Танюшка уже по-американски разговаривает, да? Это точно. Нет, если серьезно, короче, я решил испытать судьбу. Ну, как бы я решил, то есть я принимаю решение за всех, как вы уж поняли. Значит, грин-карта. Я сегодня почитал и тебе буду рассказывать. Значит, вот кто меня смотрит, я знаю, что меня смотрят из Америки, поэтому можешь написать комментарий, будет очень даже интересно, как бы послушать ваше мнение, да. Конечно, я понимаю, что халявы нету, но, во-первых, это лотерея. Я хочу выиграть грин-карту. 100 тысяч заявок принимаются с января по июнь, вот сейчас. Из 100 тысяч 55 тысяч одобряется, половина. Из 55 тысяч выбирается, в общем, 2500 людей уезжают жить в США. Значит, грин-карта, что дает она? Почему Америка так хочет, чтобы прям все уехали в ней жить? Потому что я хочу, чтобы, как понять, россияне. Потому что хочу, во-первых, ну, я много по этим причинам, я дальше скажу, почему я хочу. Во-первых, что нам даст грин-карта? Мы подаем все, то есть все члены нашей семьи подают, подадут заявление туда. Один кто-нибудь из нас пройдет. Например, пройду я. На супчик кушай. Значит, с собой я имею право взять жену и ребенка. Ребенок. Любовницу. Ну, ее саму с собой. Ее там я заведу. Зачем мне брать с собой? Зачем мне эти... Сейчас мне, если там красивые американки. Иди. Они даже, может быть, еще лучше наших. Хотя, как в той песне, лучше красивых женщин, красивее русских женщин нет, да. Но, возможно, есть, нам надо, все познается в сравнении. Поэтому стоит попробовать американок познать чуть поближе. Значит, грин-карта. Мы с тобой туда поедем, у нас будет пособие. Нам особо работать не придется. Бездельниками, что ли, будем там? Во-первых, у нас будет пособие. Грин-карта продляется каждые 5 лет. Да, Танюш. Значит, согласно вот этому пособию, какой у нас там будет, да, с тобой, будем жить. Квартира снимается вместе с мебелью. Будем. Эти наши жилплощади, все квартиры будем сдавать в России. Кто-нибудь одного назначим, кто будет нам денег нам пересылать банковским переводом. Я не ем хлеба на диете. И так вижу, что поворот корова нет. Слушай дальше. Ну что ты меня... Ты вот сейчас что думаешь? Я с тобой шучу, что для видео снимаю контент. Я понимаю, что ты не шутишь, Егор. Но я не хочу в Америку ехать. Но ты не хочешь. А ты за мной поедешь? Вот я скажу. Маму не брошу. Вот ситуация коснется. Не, погоди, ты за мной поедешь? Я тебя туда просто не отпущу. Я поеду в Америку. Я даже думаю, сейчас шучу. Чтобы, смотри, вот я тебе докажу, что я туда поеду. Ну, еще мы поедем. Ты едешь, потому что там работать не можно, не работать, просто получать деньги, жить в удовольствие. Я буду как Колесников Леха, только уже в Америке снимать контент. Контент начнется с того, как мы поедем без денег туда. Ну, там первоначальный взнос, там таможня. Таможенный какой-то сбор. Это, короче, знаешь, сколько? $700, что нам заплатить надо будет. Ну, это заплатим, хрен с ними. Короче, смотри. Нам даст грин-карта ребенок льготы. В садик льготы. Мы устроимся. Ребенка в садик. Работа нам придаст... Тань, учи английский. Смотри, нет. Ну, послушай, меня не слушаешь. Смотри. Сейчас, чтобы мне было видно вот так. Ты меня, смотри в кадр, типа в кадр смотришь тоже. Смотри. Получив грин-карту с тобой, значит, слушаешь меня? Ну, что ты хоть?
Ну слушай, ну что ты хоть меня обижаешь? Я тебе на полном серьезе говорю, мы поедем жить в Америку. Получи грин-карту, у нас будет 2 года. Дается 2 года, чтобы ты азы языка изучила. Я-то умею разговаривать на английском. Hello, how do you do, one, two, three и так далее. Как бы я знаю, меня не надо. Я знаю, я смогу изъясниться. Я смогу и к американочкам подкатить. Скажи, давай, девушка, можешь с вами познакомиться? Вы очень красивая. Woodman, you beautiful. Make I you... Love. I'm женатый человек. Пойдет, пойдет. Катюш, я буду там прилещать других женщин, как русский Ванька буду. Душа нараспашку и все прочее. Так, слушай дальше меня внимательно. Слушаешь меня внимательно? Слушай, слушай. Ребенка в садик, льготы. На покупку жилья, там, да, там, да, на покупку, там, на медицинская страховка из-за того, что он грин-карта. У нас, короче, льготы. Люди даже, смотри, по истечении 5 лет мы сможем гражданство получить, подать документы. Если мы зачередим еще одного Танечки, братика, например, да, то тогда он автоматом будет гражданин Америки. И при этом мы можем оттуда свалить, вернуться в Россию. А как только он подрастет, ну, скажем, мальчик, ему 18 лет исполнится, он переедет опять в Америку, а нам с помощью новой визы, это, как бы сказать, ну, вызовет нас туда, и мы будем там, можем пожить, приехать. Но это даже не столь важно, мы насовсем уедем. Будем только иногда приезжать сюда. Значит, блин, я сегодня, короче, почитал вот этой всей информации. Вот мы сейчас едем и говорим, да вообще, почему бы когти не порвать отсюда? Вот просто в одночасье, прям раз, и все. Вот, Катюш, что для этого нам нужно? Во-первых, изучай информацию, начинай. Ты как бы изучай, я подношу, а ты изучаешь. В общем, как выиграть грин-карту? Танюша уже, видишь, приготовилась, видишь? Прям мани-мани-мани говорит, мани-мани. Катюш, я смотри, как бы, во-первых, я решил таксовать будто. Там, во-первых, очень дешевые машины приобретем. Тут продадим, там возьмем пару штук. Вот сейчас мы машину продадим, там возьмем за эти же деньги 4 таких. Всем по машине возьмем. Танюш, да тихо. Мани, 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 мани. Слушай, Кать. Кать. Да, слушай. Кать. Я тебе на полном серьезе говорю. Как бы, ты понимаешь, что вот это вот лотерея, нам дает билет. У нас знакомых, вот мы сегодня разговаривали на работе, там сидели там с Наташкой. Это, знаешь, как тьма тьмущая. У нее вот людей, переехавшие, вы, смотрите, вот у нее прям, значит, есть, она вот рассказывает, одноклассник выиграл грин-карту. Значит, у него пока были там какие-то, вот это время, что пока он тут на все документы и все прочее. У него, короче, это, или чуть позже уже, но не столь важно, короче, выиграли родители грин-карту. И они уехали всей туда семьей, и все там живут. И главное, знаете, как если, вот я так понимаю, ну, особо, как сказать, выразиться, Кать, если вот особо нос не раскатывать, есть по-простому, там, субсас есть, там. Да, я сам. Катюш, если по-простому там будем существовать, работа там не надо будет, будем в свое удовольствие жить. Я буду ролики снимать, на YouTube грузить. Во-первых, сначала у вас распределение по грин-карте. Скажем, нам пошлют в Нью-Йорк, работа будет. Ну, такая, низкооплачиваемая, но не столь важная. Посуду там мыть, например, я буду на кухне стоять весь день. Ты будешь там в магазине по полке товара раскладывать. Такая работа. Но как только мы чуть-чуть работаем, мы оттуда нахрен переедем во Флориду. Во Флориде... Флорида это что же Америка? Ну, океан. Океан, ты не понимаешь. Океан и... Там вообще-то эти торнадо, очень опасно. И работать, Кать, мы не будем там. Работать не будем. Будем жить в свое удовольствие. Каждый день спать. Этот регион дождливый. В Флориде все время дождливый. Это мы выберем, какой регион поехать. Это ладно, мы сейчас попозже чуть-чуть до второй части этого ролика. Я на полном серьезе говорю. Во-первых, чтобы ты поняла, что я не шучу, а ты поймешь, что я не шучу. Первым шагом надо оформление, то есть нам нужен загранник. У меня он, короче, кончился. Это надо, короче, заново загранник. Я это все организую. Потому что с помощью загранника подается заявление. Короче, ладно. Как-то так. Катюша, скоро нас ждут большие изменения. Биг. Пока.